Я приветствую зрителей своего канала в новом 2022 году, всех с прошедшими праздниками, и предлагаю вашему вниманию рубрику, которая будет называться у меня «Грибы на почтовых марках». Буду обозревать вот такой вот альбом с грибами на почтовых марках, 10-листовый, неизвестного производителя, потому что я не нашел информации по нему, это мне подарили его на какой-то праздник, не помню, уточнять не буду. Качество альбома, конечно, не очень. Но, как говорится, дареному коню в зубы не заглядывают. Ну что, приступим. Значит, альбомчик у нас начинается с отечественных марок, посвященных грибам. Это серия 64 года. 5 марок. Съедобные грибы, масленок, лисичка, белый гриб, подосиновик и рыжик. Далее, ну я думаю, эти марки есть у каждого в коллекции, кому они неравнодушны. Следующая серия выходила в 86 году, это были ядовитые грибы, на которых также изображены грибы. Это бледная поганка, красный мухомор, пантерный мухомор, это будет желчный гриб. Это ложный опенок серно-желтый. Так, далее у нас серия отечественных марок. Это уже современная Россия, 2003 год. Это у нас серия называлась «Ядовитые съедобные грибы, внешне похожи друг на друга». Значит, по верхнему ряду у нас идут и обозначены красным цветом ядовитые грибы, а внизу идут грибы, обозначенные черным цветом. Черное название этого идут у них. Идут у нас съедобные грибы. Это у нас здесь были грибы. Ну, марки представлены в виде вот такого блока. А также в виде цепки. Наверху у нас сатанинский гриб, который похож на дубовик. Оливково-бурый. Дальше идет желчный гриб, который похож на белый гриб. Мухомор порфировый, который похож на поплавок серый. Мухомор пантерный, который похож на мухомор серо-розовый. И бледная поганка, которая похожа у нас на шампиньон обыкновенный. Далее внизу у нас идут марки Республики Беларусь. Они сочетаются у нас с такими видами животных, насекомых и птиц. Здесь у нас идут на пятом. Это гриб у нас спарасис идет. Это грибы, их называют еще сатанинскими пальцами. Это гриб головач у нас идет. И за ним идет ежевик коралловидный. Краснокнижные грибы. Далее у нас идет серия из трех марок и одного блока Республики Корея, 87 год. Здесь у нас лисичка идет. Балетный гриб, это похоже на чешуйчатку. А это больше похож или на шиитаки, или еще какой-то гриб. Марки Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, судя по фотографиям, могу предположить, что это балетный гриб, потому что балетус написано. Это идет у нас саркосцифа. Здесь у нас опенок. И это у нас звездчатый гриб. Я его очень часто встречал в лесах Карачаево-Черкесии. Очень интересный гриб. В виде звезды растет. Вот такой стандарт болгарских марок с грибами. На марках изображены грибы и также сопровождаются обозначение ветки, в каких лесах они произрастают. Здесь идет лиственный, хвойный лес идет, смешанный лес и дубовые рощи. Также серия марок Республики Куба. Это еще марки с моего детства. Перешли 89 год. Это серия съедобных
грибов у них назывался. Это вешенка. Это больше похож на императорский гриб. Это, скорее всего, или грусть, или лисичку чем-то похожим. Внизу у нас почтовые марки Белоруссии в виде сцепки. Это верхний край листа. Эта серия называется «Съедобные грибы». Здесь у нас изображены черная лисичка. Очень вкусный гриб. Это идет у нас сыроежка. Это гриб, как тут написано, колпачок по названию. А это у нас волнушка. Вот видите, в чем недостаток данного альбома, что у него полоски, они практически не держат марки, приходится их постоянно поправлять. И помимо этого, вот эта прокладка из полиэтилена, она электризуется и тянет за собой марки. Так, ну, сейчас у нас разговор о грибах, и мы его немножко продолжим. Серия почтовых марок Кампучии, в настоящее время это Камбоджа. Серия тоже ядовитых грибов. Тут обозначены разные грибы. Серия состоит из 7 марок. Дальше у нас идет серия марок Республики Малагасии. В настоящее время это Мадагаскар. Серия грибов. Ну, тут смешанная серия идет. Это у нас красный мухомор. Это, я так понимаю, балетный гриб. Это идет дубовик. Это подосиновик. Так, это идет подберезовик. Это идет у нас масленок. Так. Далее у нас такая серия грибов Республики Гаяна. Тоже серия идет смешанная, в перемешку. И съедобные, и несъедобные грибы. Вот сморчок идет, лисичка. Вот такая серия беззубцовых марок Вьетнама. Ну, кто знает, что у Вьетнама большая часть марок идет, они дублируются. И идут зубцовая и беззубцовая серия. Здесь у нас серия, я так предполагаю, что это съедобные грибы. Серия 87 года, потому что здесь идет у нас и трутовик, как я вижу. И рядовка идет. Так. Дальше у нас идут марки Республики Армения. Это два гриба изображены. Это идет у нас балетный гриб. И это идет гриб зонтик. Опять у нас на обзоре почтовые марки Республики Беларусь, 1999 год. Также у нас здесь марки Республики Беларусь есть. Выпуска 2008 год. Серия из двух марок. Это идет боровик и лисичка. Вот такая вот замечательная, вкусная очень грибочка. Почтовые марки Приднестровской республики. Серия 4 марки. 2012 год. Польский гриб идет. Плютей. Это кто у нас? Подберезовик. И это у нас гриб зонтик пестрый. Марки Республики Кыргызстан 2011 год. Такой своеобразный дизайн у них. Наименование гриба здесь написано на латыни. И все, и пояснений больше никаких. Далее у нас серия марок идет Республики Йемен. Ну, не знаю, мне кто-то говорил, что у Йемена и у Афгана очень много идет марок фантастики. Ну, я посмотрел вроде бы по каталогу.
данная серия марок имеется. Она состоит из 7 марок одного такого блока беззубцового. Ну, если есть у кого-то другая информация, можете также со мной поделиться. Вот, эта серия тоже смешанная. Здесь идут у нас как съедобные и несъедобные грибы. Марки Исландии у нас из двух вот таких замечательных марочек идут. И марочки Республики Молдова и Республики Латвии. У Латвии, смотрите, какие замечательные марки. Они идут как с купоном. Гриб и маленький купончик сверху. И здесь тоже черника и сверху купончик. Это у нас идет подосиновик. Это у нас идет больше похож на навозник. Это у нас пантерный идет мухомор. Это идет у нас шампиньон, а это больше похож на сыроежку. Вот. На этом я заканчиваю первую часть обзора почтовых марок с грибами. Надеюсь, вам понравится. И встретимся мы в продолжении данной серии.